В принципе, я говорю, все виды на самом деле находятся именно с той стороны, по спине. Я не понимаю, как они, когда ее делали, именно сюда поставили. Норм. Вперед! Погнали! Закрывай глаза, если страшно. Я глаза закрыл. После вот этого всего кошмара из центра города, как хорошо выбраться в парк. Тишину, спокойствие и зелень. Проходи в парк. Проходи в парк. Это, соответственно, лесополоса. Это лавочки, скамейка, это приятные цветы. Вот глаз. Вот глаз почему радуется всегда, да? Это какая-нибудь растительность, живность, да, птицы. Это белки какие-нибудь еще. И вот сразу успокоение, умиротворение появляется. Вот в чем вообще плюс парков, да? Вот тишина, спокойствие. Я в футболке сегодня, но на самом деле погода прохладная. Градусов 12-13 ощущается. Сейчас, наверное, надо кофту опять одеть. В кофте было тепло. Приятная на вид брусчатка, сразу что бросается в глаза. Обратите внимание. Вот, приятная брусчатка. Лавочки есть. Не все хорошего качества. Вот, смотри. Классно. Они решили, как этот памятник. В центре парка обязательно нужен памятник, чтобы знать. Зашел в парк. Продышался как следует. Вирусов ничего нет. А это кто? Что-то я так сразу и не пойму. Пожалуйста. Обязательно. В честь каких-нибудь белорусских, ну, местных, разумеется. Известных личностей. Правда, я до сих пор не знаю, кто это такой. Много раз слышал. Скорее всего, какой-нибудь писатель. Кто еще может быть, в принципе? Янка Купала. Но они его уважают. Очень сильно причем. За этот парк я им лайк ставлю. В центре города, если такие подобного рода парки есть, где можно посидеть, он присядь, отдохни, да, расслабься. За это я им ставлю лайк. Лойс. За такого рода парк. Еще одна скульптура. Они очень любят такие подобного рода скульптуры. Либо девушка, либо женщина, либо дети. Кто-то что-то за кого-то прыгает. Фонтан не работает, отключили. Экономия. Беларусь на всем экономит. В том числе на электроэнергии, подпитывающие фонтаны. Вот мне что нравится здесь все равно. Центр города и здесь река. То есть она чистая, она не грязная, никому там говно, бутылки плавать ничего не будет. Зачем? Нет, здесь все это аккуратно. Сейчас увидишь просто здесь. Свисла река протекает как раз таки прямо по центру Минска. Вот. Главное, что тихо, спокойствие, тишина и спокойствие очень мне нравится. Действительно, можно хотя бы отдать. Какой большой деревья, такие сходы, как красивые, да? Но здесь пока еще никто не додумался открыть какую-то шашлычную у Армена там или еще что-нибудь там, какую-нибудь пивную и прочую. Не разрешают, да, поэтому с этими налогами все. Но он же жалуется, говорит, вот налоги, там этот, он повысил. Осел он, я тебе говорю еще раз, осел настоящий. Жадный, жопу, блин, вообще. Лайк ему за то, что нас доставил, хотя да. Я за косарь. А дизлайк за то, что жопный, жопу. Дизлайк за то, что все равно, в первую очередь. Смотри, но она чуть позеленела, тиной покрыта, но ничего не плавает. Я что-то не вижу ни бутылки, ни пластиков, ничего. Ни сигареты, нигде. Какая вода, Акура? Тут не... Просто он, вон, допустим, три пушинки плавают от этого, от утки или от кого-то осталось, а так остальное, вон, ни бычка сигареты, ни в воде нету, ни пластиковой бутылки, ни какой-нибудь там пачки от чего-нибудь, от какого-нибудь барахла. Большой, а? Никак у нас не залезет. Мы в Минске, да-да-да, в парке, соответственно, Горького. Прикол этого колеса обозрения, это не вот эти кабинки. Если были бы кабинки, я просто мимо на самом деле прошел. Сам прикол, это, соответственно, вот эти по 4 места открытые. То есть сидишь просто, тебя вот так закрыли, засунули и все. И ты все смотришь. То есть я буду камеру держать, и весь город как на ладони. Все мы можем с камеры посмотреть. Вот эти 4 места, которые открыто есть, вот. Это открытое вот это. Но она дороже стоит, но это того стоит, поверь. Потому что просто колесо обзора, ничего интересного нет.
А здесь страх. Будет адреналин, страх высоты. То есть, если кто боится, например, ты боишься, скажешь, все, я боюсь. То есть люди, все, как говорится, кто боится, остается на земле. Но здесь, соответственно, вот я говорю, прикол в том, что можно этот город осмотреть. Вот. А, закрыто 4 рубля, 3. Лесо обозрение 4 рубля. Работаете, да, здравствуйте? С 11 часов. С 11 часов. Пунктуальность, как у немцев. 5 минут еще надо ждать. Все из этого есть? Ну, по сути, да. По сути, то есть это сколько, процентов 50 или сколько? Или 49? Так, можно мне, сделать, пожалуйста, мне зеленый чай тогда, если по сути, если по сути он включен. Не, мало ли вы имели в виду, там вот чикенбургер, по-моему, сейчас. А, бургер, нет, если что-нибудь перекусить. Из напитков чайку? Да, пожалуйста, сахар нужен, нет? Надо мне. Ты не любишь чай. Ты убиваешь вкус чая, если ты пьешь сахаром. Нет, я тебя предупреждаю, во-первых, страх высоты, плюс еще, соответственно, сюда заходи. Я ромашку не боюсь. Закрытую кабину это, да? Без разницы, куда заходить, да? Или... Какой билет? Купили, открыто. Да, заходите. Так. Тут написано закрытое, тут открытое. Ну, как у вас, как у вас все серьезно. Открытая кабина здесь. Ну вот. Все как этот, как в аптеке, да? Да, все расписано. Берем билетик. Прикладываем. Сканируем. Вперед. Проходим. Вперед. Второй. Берем билетик, сканируем. О, да. Работает? Все работает, отлично. Проходим, присаживаем. Так, мне надо рюкзак оставить, справа, подожди. Вадим, иди сюда быстрее. Посади людей в открытие. Проходим, садимся. Че ты так оставишь, тебе рюкзак? Быстрее, дай камеру, давай. Никто его не заберет, а никого не. Голову. Застегнуться. Все. Не обязательно. А, не обязательно, нормально все. Рюкзачок повесьте, пожалуйста. Да, благодарю. Никто не заберет, я тебе говорю. Здесь никто не ворует ничего. Не бойся-ка ты. Все, начинается начало, соответственно, поездки на открытой кабине. Я думаю, тебя. Первый раз. Закрытый неинтересно, в открытый, понимаешь? Обязательно ноги вот так сбалтываются, чтобы высоту почувствовать. То есть, чтобы был весь полный страх и всего. На самом деле, дело не в страхе, дело в виде. Дело в потрясающем виде с высоты птичьего полета, особенно вот на сосна, на все остальное, на город, на телефон достать. Пока не страшно. Пока еще не высоко. Снимаю одновременно и на телефон, кстати, на камеру, вот. Обязательно сел в закрытую кабину и все, залез, посмотрел. Минск, советский город Минск, с высоты птичьего полета. Все, будешь, что делает, смотри, становится. Потом она открывается, начинает болтаться. Шучу, шучу, нет, конечно. Это же не Турция, чтобы так людей пугать. Цепилась ты как вкопанная, не страшно, не бойся, все нормально, все хорошо, сделал на совесть, по советским этим стандартам. Блин, все красоты, кстати, по-моему, с той стороны, на самом деле, я не знаю, почему они с этой сделали. Вот такая высота. Метров, не меньше. У меня уже камера ничего не видит. Вот мои ножки. Сейчас верхняя точка, доходим мы с тобой. На город смотри. Промышленность, завод, здание. Такой... Здесь, в принципе, я говорю, все виды на самом деле находятся именно с той стороны, по спине. Я не понимаю, как они, когда ее делали, именно сюда поставили. То есть надо было вот эти сиденья, чтобы туда смотрели. Странно.
А здесь так себе часть города. Насколько мне известно, в Минске два парка. То есть вот парк Горького, в котором мы вчера были, катались на этот, на колесе обзора в открытой кабине. И вот парк Челюскинцев. Но в парке Челюскинцев более-менее поновее аттракционы. Здесь, то есть, есть и горки американские, и всякие еще там крутилки. Названия всех я точно не знаю. Ну, относительно недорого, кстати, тоже дешево. Сколько там? 4 человека, что ли? Ладно, мы готовы. Пойдем сейчас на эту тему, на зодиак. Прокатимся. Заходи. Куда хочешь, туда запрыгивай. Вот по центру можно сесть, если хочешь. Я в центре поеду сегодня. В центре я здесь буду. В прямом? По кайфу. Я не буду пристегиваться. Не надо. Нарушая все требования. Не надо пристегиваться. Девчонки, зачем? Неинтересно, если пристегнуться, что, в чем прикол вообще? Вот так держаться, вот это я понимаю, кайф. Или вот так вообще сюда залез. Во время сеанса катания ваши руки должны находиться на поручнях. Зачем? Зачем? Лишнее все это. Что, больше никто не поедет? Все есть нормально, все четко. Али, до конца! Нет, до конца я не хочу, мне дышать нечем будет. Застегнула. Вот, застегнула. Сигнализация, вперед. Три, два, один, пуск. Первый раз. Вы не катались до этого, что ли? Да. А, ну понятно. Девчонки балдеют. Первый раз, да, вот это есть такой ништяк. Ощущение ништяка, то, что болтает. Не знаю, передает ли камера. Как? Норм? Кайф, да? Возле леса, смотри. Возле сосен, леса можно полетать. За шишку взял. О, ох, как я обалдею. Вот это кайф. Давай еще. Сильней. Давай, сильнее раскручивай. Да. О, вот этот кайф пошел. Что, все, что ли? Все, подлетели. Да, он тормозит уже, все. Он говорит, лафа кончилась. Все нормально, как ощущение? Чуть-чуть хоть было, нет здесь? Тук-тук, нет? Ни о чем? Я тоже думаю. Первый раз, конечно, я... Я понял, ты прочитал. Понял, да. Все, полетали. Пару раз тряхануло. Иду, помогаю. Кнопочку еще. Сейчас аккуратно. Вот, теперь надо будет снять, все спасибо. Нормально. Спасибо. Так, сумку где? Алина, почему опер упал, когда мы катались? В смысле? Там ничего нет. На выход? С вещами на выход? Без вещей на вход? Ну что, как ощущение? Понравилось? Ощущение выбрось. Ощущение от зодиака как? Зодиак понравился, что ли, или не очень? Я так и знала.
Парк Челюскинцев, продолжение. Отправляемся на горку. Горочка дорогая, частная, не государственная, 7 рублей стоит. Но того стоит, потому что поднимается туда на топ, на самый верх, и оттуда потом скатывается. В общем, она своих денег стоит. 7 рублей в переводе на наши — это 210 рублей. Да, и вот эта тема своего стоит. На, держи. Это Jumbo Jet называется, Jumbo, да. Ну, смотри, она маленькая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть мест. Немного мест, маленький паровозик. Залезешь, хватает места. Назад сядешь или в серединку? Запрыгивай. В серединку садись или назад? Назад, назад иди, назад. Играет музыка, что балдею, жду, когда поедет вагонетка по этой ЖД-хе. Смотрим. Ну чё, как самочувствие? Понравилось? Норм? Шея чуть не порвалась. Сиденье маленькое. Вот эта спинка. А так нормально, да? Хорошо, да? Адреналинчик есть, да? Больно, шея больно. Ой, чуть не порвалась. Он же резко двигается. Понравилось, то, что резкие движения были, понравились? Вниз, когда спускаешься, чуть-чуть. Это, как его? То, что резкие движения. Да, вниз спускаешься, да. Я видел тебя, как оттянуло, вот так, назад. Заснял. Радости полные штаны. Я катался, помню, понравилось мне. Ракета, Jumbo Jet. Больно сделало. Тут сломать можно. Сиденье маленькое, они не рассчитали. Надо сиденье чуть-чуть повыше делать надо. Резкие движения? Да, резкие движения, шею сломать. Не любишь резкие движения? Вова, шею сломать можно. Зигзиг, зигзаг, зигзаг. Присаживаемся. Обязательно присесть. Ножки внизу, телефон в кармане, камера на прохвате, он сам все закроет. Придется немножко побояться сейчас. Сейчас будет адреналинчик, я предупреждаю. Будет страх. Так. Отлично. Отлично. Вперед! Погнали! Закрывай глаза, если страшно. Я уже глаза... Я глаза закрыл. Камеру двумя руками держу. Я глаза закрыл. Мне все хорошо. Мне по кайфу, все круто. На самом деле я боюсь. Поэтому я глаза закрыл. Я сплю. Я камеру... Я вцепился в нее. В камеру. Ари, ари! А то на камере... А то неинтересно будет, когда съемка пойдет. На-на-на-на-на. Так. Я говорю же, здесь придется побояться, да? Нет, не страшно, мне просто это... Ну, мистер Боба, трус! Я первые минуты еду... Болтай, болтай! Болтай, болтается! Я первые... Ты бы меня на твое место присесть! Держись! Сейчас в другую сторону. Да, я же... Ну, мистер Бобо, трус, Бобо, трус, я с закрытыми глазами еду. Болтай, я сижу, у меня же вон... Я же куда я болтаюсь? Ты там не прищепленный, пойдем! Я... Камера! Я лечу!
Надо еще. Глаза закрывай, если страшно. Нет, нет, это все хорошо. Я болтаю тут. Это зеленая. Желтой болтай. Сделано в Беларусь. О, не могу я уже камеру держать, ё-моё. Ну все, все, выключай. Вырубай машину. А то я уже снимать не снимаю, не знаю что, но контент класс. Ух ты. Держи, сейчас еще крепко, еще подними. Нет, все уже. Нет, еще подними, держать будет. Нет, конец. Все, приехали. Видишь, я шел. Понравилось тебе? Понравилось? Круто? О, мне страшно было за то, что как будто я вылетаю. Мне выкидывают в сторону, Ой, как хорошо. О, как на массаж сходил. Было. Я сейчас думаю, вылечу. Мне с одного угла на другого выкидывало. С вещами на выход, а без вещей на вход. Страшно было. Я болталась. С одного угла на другой угол выкидывала меня. Зато эмоции полные штаны. Я же на одном месте не сидела. У меня жопа то одну сторону, то в другую сторону. Нет, у меня, я говорю, это не столько страшно, сам аттракцион зигзаг. Я просто в GoPro вот камеру держусь двумя руками, чтобы она не улетела. Мне кажется, я уроню. Я прям уже испугался, что сейчас, не дай бог, у меня камера улетит. Вот такие вот аттракционы в парке Челюскинцев.